сегодня я покажу, как Дима купается в ванне. Нам с Абиси выдали доску для купания, но она такая по всей длине, короче, аж за пределы ванны заходит, и вода разливается, им неудобно, полно воды. Поэтому я беру обычный такой вот кухонный старый табурет. Вот, есть у меня подушечка такая мягенькая. Вот, и буду застилать сейчас полиэтиленом. И чтобы вода не попадала, у меня резиночка такая, я вокруг обвязываю. Вот это выглядит вот так. И вот держится резиночка. Ну, я еще хорошо поправлю, чтобы все было внутри. Вот, покрыто. Чем он застилаю, Дима садится в ванну, он потихонечку переступает, держится за меня, переступает и садится. Но нам тут нужно еще какой-то поручень приделать, чтобы я могла за что-то держаться и фиксировать свое равновесие, чтобы Дима не упал. Но я стараюсь, когда он переступает, я как бы чуть приседаю и делаю наклон назад, чтобы удержать равновесие. Нам тоже выдали поручень, но он длинный, тут нужно как ручечкой просто сделать, а он длинный, ну, он предназначен как в туалет, чтобы поставить его, и чтобы можно опираться. Ну, Диме здесь он не нужен, это только для меня, чтобы я могла придерживаться, удерживать равновесие. Ну, а потом вот такой смеситель у нас, и я поливаю Диму и купаю. Здесь я потом покажу, как он будет сидеть. Вот раньше, когда он не мог ходить, он, конечно, в коляске сидел, его обмывали, или же лежа на диване обтирали. Вот. Пробовали мы несколько раз, Дима когда залазил в ванну, и пробовала я его прям положить, это купала. Да, ему, конечно, хорошо, водички полежать, покиснуть, но потом мне неудобно его доставать. Очень тяжело, это было с таким трудом, потому что мне нужно его сначала приподнять, чтобы он развернулся на колени стал, а потом уже поднимался на ноги. Так как и ванна скользкая, и для его роста она, конечно, маловато, поэтому Дима меня пожалел, сказал, не надо так, будем просто сидя, какая разница, все равно под душем это не тряпкой вытираться, а именно хотя бы искупаться можно. Ну вот так вот Дима сидит в ванной, ну конечно без шорт, это у нас для съемки. Вот. И так я его поливаю, купаю. Вот, еще нам с Авеси выдали вот такое ступенька для ванны. Ну, это как для инвалида. Ну, он ей не пользуется, потому что я боюсь, если он встанет на ступеньку, нога вдруг поедет, и мы вместе с ним полетим. Поэтому ступенькой пользуюсь я. Я на нее остановлюсь, чтобы мне было удобно Диму поливать. А то он высокий, у меня туда по рукам вода течет. Вот. Купаемся мы раз в неделю, получается, 4 раза в месяц. Вот. Но это не потому, что я хочу сказать, что он не грязный, целую неделю лежит. Каждое утро, когда мы посещаем туалетную комнату, мы там моемся. Вот, извините за подробности, темные части. Голову я ему мою летом почти каждый день, зимой, может, через день, через два. Вот, подмышками. Руки каждый день обязательно я ему мою с мылом. У нас есть Safeguard, по-моему, оно такое антибактериальное. Иногда, если когда летом жарко, я могу тальком немножечко ему в руки насыпать, чтобы не было ни опрелости, ничего. Вот. Ну и так просто мочалкой там ноги и немножечко могу тело протереть. А уже конкретно хорошо моемся. Вот. Ну, как в советское время раньше было, как нас учили по телевизору. Нельзя каждый день купаться, потому что смываются эпители, полезные бактерии или какие там на организме. Поэтому и мы точно так же продолжаем придерживаться этого. Ну все, мы пошли купаться. Я в подвале зашла огурчики взять для рассольника. Я сама закрываю огурцы. Вот такие бродячие делаю, без уксуса. Они получаются такие кисловатенькие, для рассольника как раз очень хорошо.
Сегодня утром проснулись, как раз воды не было. Я уже второй раз захожу в подвал. Зашла, я вот подсоединила станцию. Я уже рассказывала, здесь я центральную перекрываю. И вот здесь у меня бак по ниточке. Ну, мы, получается, как подвал. И по ниточке набирается вода. Вот. Тут груша стоит, но ее не видно, которая ограничивает, чтобы сверху через бак не лилось. Сегодня мы варим рассольник. Вот бульон кипит. Заранее не успела сварить. Ну, поленилась, наверное. Сегодня варю с утра. Так, для рассольника мне нужны огурчики. Это свои огурчики я уже варила. Закрываю. Были крупные огурцы. Я маленькие с уксусом закрываю. А крупные я такими вот бродячими делаю. Вниз крупные вошли, а сверху я добавляла, уже кусочками порезала. Вот, ну, я их буду на терочку тереть. Вот, перловку я добавляю в рассольник. Можно рис, ну, любую крупу, чтобы было погуще. Перловку я тоже, ее желательно с вечера замачивать. Но я тоже утром промыла ее, замочила. Ничего, сколько она стоится, просто она тогда быстрее варится. Ну, и буду делать зажарку. Лук, он в воде лежит, чтобы в глаза не лез. Это маленький чуть порезала. Сейчас чуть полежит, порежу. Натру морковочку, перчик, это для зажарки. И сейчас бульон чуть сварится, кину картошку. Картошку две штучки я положу, крупная, когда я покупала. Не смотрела, что ложили в сумочку. Рады, что не полиэтилена, сумка была закрыта. И накидали мне крупных картошин. Ну что, все нужно смотреть, каждый норовит обмануть, наверное, подсунуть. Никто не хочет крупную брать. Но мне как раз вот эти крупные две картошины и хватит. Бульон уже минут 20-25 кипит. Я буду высыпать перловку. Почему раньше картошки? Потому что перловка дольше варится, чем картошка. Перловку я закинула. Сейчас будет закипеть на медленный огонь. Я немножечко подсолила, чтобы мясо было. Чуть-чуть взяла себе соль. И поставила сейчас вот сковородочку, масло налила. Сейчас буду делать зажарку. Лучок чуть-чуть подрумянился. Сейчас я буду морковку и перчик ложить. Ну, перчик не обязательно. Это сейчас просто, он сейчас недорогой, поэтому я и в супы, и в борщи, и в рассольник ложу. А так, зимой я обхожусь и без перца. Вот. Так, перловка чуть там проварилась. Вот теперь сейчас я порезала картошечку. Из двух картошин у меня столько получилось. Сейчас заброшу картошку. Пока там все варится, я зажарочку делаю и натерла огурчики. Я не все, а вот 4 кусочка. Ну, это, наверное, ну, 2 огурчика получилось. Дима кислый не любит, поэтому я поменьше сделаю. Все, зажарка у меня готова. Я так сильно ее не зажарила до черного. Вот. Тут уже картошечка почти сварилась. Я сейчас буду огурчики туда кину, чтобы они тоже отдали свою кислоту, немножечко проварились. Огурчики уже чуть-чуть покипели. Сейчас я зажарку кину и столовую ложку пасты томатной. Ну и в конце лавровый листик кину. И пусть немножечко покипит. Я переставила на маленькую конфорочку, чтобы на медленный огонь поставить. Ну вот, ну минут 10 я еще так протушу на медленном огне. Вот такой цвет получается, чтобы не бледный, я поэтому немного, ну, столовую ложку пасты томатной добавляю. Ну все, рассольник почти готов. Еще немножко и все. Будем обедать. Рассольник настоялся, такой слегка красненький. Пахнет так хорошо. Класс. Я сегодня решила подшить и вшить немножечко брючки хэбэшные. Это мне Ялта жемчужины подарили. Вот я уже отмерила длину, отрезала. Сейчас буду подшивать.
Вот такая у меня машинка, это ножная машинка. Вот там мне сестричка подарила, купила себе новую, мне эту отдала. Вот шить я умею. Когда я в школе училась, ну как, до 9 класса у нас были труды, а потом у нас 9-10 был профцентр. Ну как, люди выбирали себе, ну как бы, начало своей профессии. Кто на повара шел, я пошла на швею. Вот 2 года ходила, ну как курсы типа проходили для себя, что шить. В 90-е годы, когда с одеждой была туговато, я по раскройкам покупала выкройки и сама выкраивала и шила себе и платья, и костюмчики. Ни у кого таких не было. Вот и сейчас пригодилось. Вот я шпульку намотала, сейчас заряжу. И ниточку вот заправлю сейчас и буду шить. Все, я подшила. Сейчас я проглажу и померяю. Ну вот, такие штаники у меня получились. Такие слегка укороченные сделала. Вот, теперь буду носить. Василиса тоже пришла посмотреть. Так что, Викуся, все вещи, что вы подарили, я все ношу. Вот, только что были сильно длинные, а теперь хорошо.